بسم الله الرحمن الرحيم نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله عز وجل به به الغمه وجاهد في سبيل ربه حتى اتاه اليقين فاللهم صَلِّ وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد براتي وستر في الاسلام мир вам миليس الله ايها بالبركه как я понял сегодня моей задачей будет огорчить вас Я, в принципе, не понимаю, почему организаторы выбрали именно меня для этой темы. Обычно я очень мягкий человек. Но тем не менее, я выполню то, что от меня требуется. Поэтому заранее я прошу меня простить. Я постараюсь не столько огорчить вас, сколько сделать вам и себе в первую очередь напоминание. Братья и сестры. Продолжая вчерашнюю встречу, я бы хотел сказать, что целью этого события является изменение нашей жизни. Мы хотим, чтобы люди, которые пришли сегодня сюда, в этот зал, покинули его совершенно другими. Мы хотим изменить в лучшую сторону наш путь, наше направление в жизни, наше отношение с Аллахом Святу на Велик. И клянусь Аллахом нашей целью не является лишить кого-либо надежды на рай, на милость Аллаха Святого на Велик. Но также, мои братья и сестры, мы не хотим, чтобы люди расслаблялись. Не хотим, чтобы они чувствовали, будто все на свете легко и мило, что их путь осыпан розами, ведь на самом деле мы в большой опасности. И для нас, для всех мусульман является обязанностью верить, что одним из самых главных составляющих веры является страх перед Аллахом. Страх перед наказанием Аллаха. И если в судный день вы намереваетесь встретиться с Аллахом, с сердцем, в котором только любовь и надежда, то ваше сердце нездорово. И, к сожалению, сегодня в наше испорченное время мы видим людей, которые, когда им напоминаешь о страхе перед Аллахом, философски отвечают, Шейх, мы не хотим бояться Аллаха. Мы хотим любить Аллаха. Мы не хотим бояться Его. Не хотим бояться ада. Мы не такие, как вы. Мы поклоняемся Аллаху ради любви к Нему. К сожалению, подобное можно слышать все чаще и чаще. Людям нравятся эти слова, и они говорят, «Мне нравится этот шейх, он всегда говорит только о рае. Мне очень приятно его слушать». Братья мои, сестры, мы должны с вами понять, что страх перед Аллахом это условие того, что ваша вера является полноценной. Аллах, Свят Он и Велик, сказал в Коране предельно ясный и точный приказ: бойтесь меня, бойтесь меня. Да, Аллах, Свят Он и Велик, Господь Небеса и земли, повелевает нам бояться Его. Одной любви недостаточно. Более того, страх идет впереди любви и надежды. Поэтому Аллах, описывая верующих и благочестивых людей, говорит, они взывают к своему Господу со страхом и надеждой. Когда они взывают к Аллаху, когда молят Его о чем-то, то сначала в их сердце появляется страх, а уже затем надежда. И надежда всегда будет с нами, иншаллах. Но все-таки давайте будем честны сами с собой. Давайте зададим себе один сложный вопрос. Действительно ли мы боимся Аллаха? Боимся ли мы на самом деле адского огня? Я всегда задаю себе эти вопросы. Я буду говорить и про себя, чтобы никого не обидеть. В прошлом я довольно часто обижал людей, но сегодня я буду очень вежлив. Это Перт, чужой для меня город. Я не хочу нарваться на проблемы. Однако я повторю свои вопросы. Действительно ли мы боимся Аллаха, так как это утверждаем? Если в наших сердцах настоящий страх перед Аллахом, если в наших сердцах настоящий страх перед адом, обычно люди отвечают следующим образом: эм, ну да, конечно. Что за вопрос? Конечно, мы боимся адского огня. Но, мои дорогие братья и сестры, каковы признаки вашего страха? Когда человек боится чего-то, то его страх становится видным. Знаете, мы хорошо можем утверждать что-либо. И если нас спросить, боимся ли мы ада, то мы тут же ответим «да». Одна сестра говорит, когда мне было 4 года, моя мама научила меня бояться ада. И с тех пор я его боюсь. Но спросите свое сердце, на самом ли деле вы переживаете о том, что вас ждет после смерти. И если вы по-настоящему боитесь адского огня, то на лицо должны быть признаки. Покажите мне, что вы действительно боитесь адского огня. Я хочу видеть доказательства. Одного утверждения недостаточно. Здесь, в Австралии, в стране, в которой мы живем, есть поговорка «Держись подальше от налоговой службы». Все в этой стране боятся налоговую службу. Предприниматели, владельцы магазинов. Никто не желает враждовать с ними. Если налоговики возьмутся за вас, то вашему делу конец. Еще мы боимся полицию, боимся спецслужб. И они сейчас тоже нас, конечно, слушают. Мы боимся наказания, боимся потерь. Когда мы водим машину, мы боимся камер, которые фиксируют скорость. Представьте себе человека, который на всей скорости несется по трассе. И вдруг в его машине загорается сигнал, предупреждающий о появлении камеры впереди. GPS, например. И что он делает? О, камера. Он тут же бьет по тормозам. Это и есть признаки того, что человек обеспокоен, что он боится. Однако все мы говорим, я боюсь огня ада. Боюсь, что Аллах накажет меня. Но если посмотреть вокруг, то ощущение, что люди живут в сказке. Где этот страх? В чем он проявляется? Где признаки того, что вы чрезвычайно обеспокоены за свое будущее? Что вы ужасно боитесь огня? Было ли в вашей жизни хоть раз, чтобы вы не спали всю ночь? Всю ночь не сомкнули глаз. И причина была не в каком-нибудь фильме или в чем-то еще. Нет. Пусть каждый ответит сам себе. Было ли когда-нибудь, что вы не могли заснуть из-за страха перед адским огнем. Я знаю людей, которые не могут заснуть, потому что у них экзамен на следующее утро. Кто-то не может заснуть, потому что влюблен. Молодой парень влюбился в девушку и не может заснуть из-за этого. Он не притворяется. Ему действительно не до сна. Или какая-нибудь сестра не может заснуть из-за любви. Всю ночь они могут ждать звонка от своего любимого, постоянно думать о нем. И уверяю вас, они совершенно искренни в этот момент. У кого-то на следующий день назначен суд, и это не дает ему заснуть всю ночь. Когда вы в последний раз не могли заснуть из-за страха перед Всевышним Аллахом? Когда вы в последний раз видели брата в мечети или где-то на улице, чье лицо было бы бледно-желтым, а глаза красными, и спросив его, в чем дело, он бы ответил, клянусь Аллахом, брат мой, я не спал из-за страха перед адским огнем. Вы будете смеяться над ним. Он это серьезно говорит? Кажется, он слишком долго просидел на религиозном семинаре. Кто-нибудь, отведите его на пляж. Пусть он развеется немного. В наше время это представляется чем-то очень странным. Бояться всего, что окружает нас в жизни, это нормально. А бояться Аллаха стало чем-то удивительным. Это и есть главная цель нашей сегодняшней встречи. Мы хотим, чтобы люди боялись Аллаха. Мы хотим, чтобы люди начали беспокоиться за свое положение. Аллах Свят Он и Велик. Так описывает верующих. Внимательно слушайте, и не только ушами, но и сердцем. Описывая верующих и богобоязненных людей, Аллах Всевышний говорит, это те, которые трепещут из-за страха перед наказанием Господа, это те, которые боятся наказания своего Господа. И следующий Аят гласит, поистине, мои братья и сестры, никто не защищен от наказания Аллаха. И к великому сожалению, вы и я в том числе пришли к внутреннему убеждению. Знаете, что это за убеждение? Знаете ли вы, в чем мы так уверены внутри себя? У меня все хорошо. Я в безопасности. Разве не так? Пусть каждый спросит сам себя, искренне, простой парень, неужели я могу попасть в ад? Да нет, что за вздор? Разве я не молюсь? Не держу пост? Ведь я же ездил в хадж в прошлом году. Если такой, как я, отправится в ад, то что уже тогда говорить об остальных? Есть мусульмане, которые постоянно тусят, принимают наркотики, совершают разные мерзости, прелюбодеяния. И я еще попаду в огонь? Да нет. Хвала Аллаху. У меня намного лучшее положение. Братья мои, это очень опасные мысли. Почему? Почему эти мысли так опасны, при том, что они так распространены среди нас? Причина вот в чем. Если вы взглянете глубоко в свое сердце, то поймете, что на самом деле вы сомневаетесь, что будете наказаны. Поэтому, когда вы слышите, как кто-нибудь говорит об аде, слова разлетаются во всех направлениях, но только не попадают в ваши уши и сердце. Вы говорите себе, а это он на каферах говорит. Меня это не касается, аль я в порядке. У меня не так все плохо. Когда вы посмотрите на жизнь сподвижников, вы найдете среди них великие личности. Абу Бакр, Умар, Усман, Али. Да будет доволен Аллах ими всеми. Сам пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал им благую весть о том, что они войдут в рай. То есть, частью их веры является то, что они не будут наказаны. И несмотря на это, их сердца до сих пор полны страха перед Аллахом. Они до сих пор не могут спать по ночам. Они обеспокоены тем, как они предстанут перед Аллахом в судный день. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Бакру, О Абу Бакр, восемь врат рая молят, чтобы ты вошел через них. Прооймара, Пророк, да, благословит его Аллах и приветствует, сказал, О, Оймар, когда ты идешь по одному пути, Шайтан сворачивает с него и идет по другому пути. Что касается Усмана, то пророк, да благословит его Аллах приветствует, женил двух своих дочерей на нем. Представьте, что пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует ваш тесть. Десятирым подвижником был обещан рай при жизни. Ты в рай, ты в рай, и ты в рай. Но несмотря на это, мои братья и сестры, в их сердцах был страх перед наказанием Аллаха. И сейчас я хочу задать всего один вопрос. Почему же я и вы не обеспокоены? Почему в наших сердцах нет страха перед адом? Некоторые, отвечая на вопрос, начинают философствовать. «Ну, «Брат, потому что я верю в милость Аллаха». Я не такой, как ты. Мое сердце полно упования на Аллаха и уверенности в его милости. Я спрашиваю их, а что, разве Абубака, Умар, Усман, Али сомневались в милости Аллаха? Нет. Если вы благочестивы, то вы пойдете по их пути. Если вы обладаете здоровым сердцем, то у вас должны быть такие же противоречивые чувства, как и у них. Надежда и страх. Надежда и страх. Но у вас только надежда. Надежда, надежда, надежда. Страх перед наказанием Аллаха иногда проникает в ваше сердце на некоторое время. Но как только вы выходите, и начинаете разговаривать со своими друзьями, то все проходит. Мы будем смеяться весь день и всю ночь. Все, у нас нет проблем. Описывая подобных нам, Аллах, Святун и Велик говорит в Коране: Вы слышите слова Аллаха, и это забавляет вас? Вы смеетесь и не плачете? Братья мои, правильное и здоровое сердце должно бояться Аллаха. Должно заставлять вас плакать из-за страха перед Аллахом. Вы обязаны иметь такие чувства. Поскольку они признаки полноценного имана. И одной из проблем является то, что мы просто не знаем, почему мы должны бояться Ада. И поэтому описание наказания Аллаха ⁇ это средство, которое поможет нам достичь этого страха. Всевышний Аллах описал наказание Ада в своей книге. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил нам все в подробностях. Его целью было разъяснить то, что описано в Коране, дать толкование аятам Корана. Он, да благословит его Аллах и приветствует, в мельчайших подробностях описал нам страдания в аду. И клянусь Аллахом, если вы действительно верите и уповаете на Аллаха, то, услышав их, вы бы не смогли заснуть. Вы должны постоянно бояться, что вас постигнет наказание Аллаха, Свят Он и Велик. Мои братья и сестры, Неважно, что бы мы ни сказали, какие слова мы бы ни нашли. Чтобы описать адский огонь, мы никогда не будем точны. Потому что никакие слова не сравняются с реальностью. И очень сложно описывать то, что вы никогда не видели раньше. Но Всевышний Аллах описал нам ад в своей книге. Аллах предостерег нас. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также предостерег нас. И чтобы нам было легче понять, мои братья и сестры, скажу вам, что иногда логика играет большую роль в нашем воображении. Мы не можем представить себе то, что мы никогда не видели и не чувствовали. Например, если я скажу вам, что расстояние между Пертом и Сиднеем равно 4 часам на самолете, ваш мозг сможет постичь, может осознать, насколько это длинное расстояние, потому что вы уже преодолевали это расстояние раньше. Но если я скажу вам, например, что Солнце находится на расстоянии 150 миллионов километров от Земли, мы говорим 150 миллионов километров, то подобное расстояние просто непостижимо для нас, слишком далеко за гранью нашего восприятия. Но если я скажу вам, что самая близкая звезда к нашей Солнечной системе находится на расстоянии 4,1 световых лет, световой год – это время, за которое свет проходит расстояние в один год. 4,1 светового года – это расстояние кажется еще более фантастическим. И точно так же описание ада. Братья мои, уверяю вас, сколько бы мы ни слышали описание мук в аду, Сколько бы мы ни считали про это, реальность намного хуже, чем вы можете себе представить. Намного хуже, чем ваш мозг способен вообразить. Это мега наказание. Когда Всевышний Аллах решает кого-то вознаградить или одарить милостью, то поистине его награда и милость совершенны, и они находятся в раю. И когда Всевышний Аллах, Свят Он и Велик, решает наказать, то его наказание также будет совершенным. Совершенное наказание. И нет ничего хуже него. Ничто не может быть более грубым. Ничто не может быть более суровым, поскольку Аллах – создатель этого тела. Он – создатель вашей души и вашего тела. И Аллах, Свят Он Велик, это Тот, Кто создал наказание для вашего тела и для вашей души, если вы выберете неправильный путь. И чтобы мы могли хоть как-то себе представить, что нас ждет в аду, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, إن أهون أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه لوجيك مينيمم بانشمنت Наименьшее наказание, которое ожидает человека в аду, это когда его заставят стоять на двух горящих угольках. На двух адских угольках, и от этого его мозги начнут кипеть. Жар от угольков будет проходить через все ваше тело, и достигнув мозга, заставит их кипеть. И это не самая плохая новость. Хуже всего то, что он будет абсолютно убежден в том, что нет наказания более жестокого, чем его. Хотя это будет самое легкое наказание в аду. По сравнению с другими, этот человек будет словно на курорте. По сравнению с другими наказаниями Аллаха, его наказание будет подобно спа-процедурам. Братья мои, адский огонь это очень страшная вещь. Вы не войдете в ад в своих телах, иначе вы бы просто сразу испарились. Поэтому Аллах воссоздаст вас создаст вас в других телах. Первое – это ваши тела увеличатся в размере. В хадисе говорится, что ваш зуб будет размером с гору Охуд. Кто был в Медине, вы знаете, как выглядит гора Охуд. Не ваше тело, не ваша рука, а ваш зуб. Ваша кожа будет настолько толстой, что ее толщина будет подобна Трем дням пути. И это сделано для того, чтобы вы снова и снова проходили через пытки и наказания. И даже это не поможет сохраниться вашей коже. Она сгорит. Но как только она сгорит, как только она приготовится, и уже не будет чувствовать боль, Аллах, Свят Он и Велик, воссоздаст вашу кожу, чтобы наказание продолжалось снова и снова. Братья мои, я хочу, чтобы вы представили, каково это быть сожженным в этом мире. Я не знаю, есть ли среди вас человек, который пострадал от огня в этой жизни. Люди и в этом мире попадают в огонь. В Сиднее у меня есть друг, который попал в автоаварию. Из-за этого на его теле множество ожогов. Клянусь Аллахом, те муки и страдания, через которые ему пришлось пройти, видны на его лице. Его лицо, его тело в ожогах. Вам надо было бы увидеть его. Да, это не был какой-то очень тяжелый случай. Он пережил это, но все же ту боль и те муки, которые он перенес, можно увидеть на его лице. Это всего лишь огонь в этой жизни. А огонь Ада в 70 раз. В 70 раз жарче, чем огонь этого мира. Тысячу лет огонь Ада нагревали, пока он не стал красным. Затем его нагревали еще тысячу лет, пока он не стал белым пламенем. Затем еще тысячу лет, пока он стал абсолютно черным. Огонь ада не красный или желтый, как мы привыкли видеть на Земле. Он черный, совершенно черный. И ученые говорят, что любое наказание, которое вы получаете в этом мире, может уменьшаться по причине некоторых факторов. Всегда найдется что-нибудь, что уменьшит ваше наказание здесь. Что это может быть? Если вас наказывают в этом мире, то всегда есть надежда, что скоро это наказание закончится. Например, если вас посадят в тюрьму здесь, в Австралии, что по сравнению с другими странами будет считаться пятизвездочным отелем, но тем не менее вас посадят здесь в тюрьму, и вам будет тяжело, очень тяжело. Вы будете скучать по вашей жене и детям, будете ходить подавленным. Некоторые думают о самоубийстве. Один в камере 23 часа в сутки. Можете себе представить, любой бы из нас сошел с ума. Очень тяжело морально. Но в таком положении человек надеется, что настанет день. И он либо выйдет из этой тюрьмы и отправится домой, или умрет. И его муки закончатся. Самое худшее, что может произойти, это смерть в тюрьме, что будет считаться избавлением для него. Но угадайте, что наказания в аду устроены таким образом что время теряет свой смысл, оно перестает иметь какое-либо значение. Почему же люди, в сердце которых совершенно не было веры, отправятся в ад на вечно? Их страдания будут длиться вечно. Бесконечные страдания, которые никогда не закончатся. Неважно, сколько времени пройдет. Тысяча, миллион лет, миллиард, триллион, зелен лет. Какие еще бывают смешные цифры? Сколько бы ни прошло, наказание не закончится. Но если вы были верующим, тем, кто свидетельствовал, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммада, его раб и посланник, то да, по милости Аллаха и за то, что вы муслим и последователь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, однажды вы покинете ад, но не радуйтесь раньше времени. Не будьте подобны сынам Исраиля, которые сказали, «Нас не коснется огонь, кроме как в течение считанных дней». Они считали себя избранными людьми. И так же считают сегодня некоторые мусульмане. Они считают себя избранными, отборными людьми. Они считают, что даже если мы и войдем в ад, то останемся там всего на пару дней. Но кто сказал, что вы будете там всего пару дней? У вас что, договор с Аллахом? Да, однажды вы покинете ад. Но не забывайте, что... Один день в вечной жизни подобен тысяче дням здесь. Представьте, что наказание в адском огне будет длиться тысячу лет, миллион, а может быть миллиард лет. Клянусь Аллахом, даже секунда, одна секунда, проведенная в огне ада, будет настолько мучительно, что это просто не поддается нашему воображению. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, возьмут человека, который жил самой роскошной жизнью на этой земле». Он был окружен самыми лучшими машинами, женщинами. Ел самую изысканную еду. Вся его жизнь была сплошным счастьем. Он не знал, что такое трудности. Но ему суждено попасть в ад. И Аллах, Свят Он и Велик, прикажет, чтобы его окунули в огонь всего лишь на секунду. Затем Аллах спросит его, Испытывал ли ты когда-нибудь радость и наслаждение в своей прежней жизни? Человек поклянется, и его клятва будет правдива. Он скажет, «О Господь мой, я никогда не испытывал радости за всю мою мирскую жизнь». И это всего лишь из-за одной секунды, проведенной в аду. А теперь представьте, что вы проведете в аду тысячу лет. Пусть даже один год или один день. Нам сложно выдержать, когда температура воздуха поднимается всего на несколько градусов. А теперь представьте, что они будут делать, если окажутся в адском огне. И я обращаюсь к тем, кто надеется долго прожить на этой земле. Жаль вас огорчать, но вы понятия не имеете, куда вы можете попасть. Вы можете попасть туда, где время теряет всякий смысл. Неважно, будь то тысячи лет, один год или даже один день. Этого будет достаточно, чтобы полностью вас уничтожить. Поэтому, увидев наказание Аллаха, даже верующие люди будут задавать себе вопрос, когда же я выйду? Неужели я останусь здесь навсегда? Им будет настолько тяжело, что у них останется очень мало надежды на спасение. Второе, что облегчает людям муки в этой жизни, это то, что через некоторое время они привыкают к наказанию. Кто-то попал в тюрьму, нет, не в Австралии. Здесь соблюдают права человека и все такое. Возьмем, например, Египет, мою родину. Если вы попали в тюрьму в Египте, особенно если вы политический заключенный или исламский ученый, то вас будут пытать буквально каждый день. Первый день пройдет очень тяжко. Вы культурный человек, жили и не привыкли к такому обращению. Вы привыкли жить в комфортных условиях. И тут вас секут плетью, вешают вверх головой, пытают током, вас избивают ломают кости. Это очень и очень сложно перенести. Но так как это будет происходить каждый день, то через месяц ваша кожа затвердеет. Вы перестанете чувствовать боль. Вас бьют, а вы улыбаетесь. Вас секут, а вы просите еще. Пройдет год, и вам вообще будет все равно. Делайте со мной, что хотите. Почему? Потому что ваше тело привыкло к наказаниям. Но если вы попадете в ад, Аллах не даст вам такой роскоши. Аллах Свят Он и Велик, не позволит вам отдыхать в аду. Никакого отдыха, никакой передышки. Вкусите, ибо ваше наказание будет только увеличиваться. Вы никогда не сможете привыкнуть к огню ада. Каждый день новое наказание, новая боль. Как только ваша кожа сгорит, Аллах заменит ее новой. Боль сменяется болью. Одно сплошное мучение. Ваши страдания не только не утихают, но еще становятся все сильнее и сильнее. Боль только увеличивается. Никакого отдыха и никакой надежды. Третье обстоятельство, которое помогает пережить страдания в этой жизни, это то, что какое наказание вас бы не постигло. Обычно бывают люди, которые разделяют с вами это наказание. Это могут быть ваши сокамерники. Вы становитесь друзьями. Так вас объединяет общая боль, общие страдания. И поскольку вы разделяете наказание, то это в некоторой степени притупляет вашу боль. Вы говорите себе, не меня одного секут, не мне одному ломают кости, ему тоже достается. И это дает вам чувство некоторого облегчения. Но знаете ли вы, как будет в аду? В тот день не принесет беззаконникам пользы то, что они будут разделять мучения в огне. Даже этого, даже этой естественной и простой вещи Люди будут лишены в адском огне. И что же они будут делать? Они станут ругать и проклинать друг друга, обвинять и показывать пальцем друг на друга. И их соучастие в наказании нисколько не облегчит их страдания и муки. Таким Аллах замыслил наказание в аду. Однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сидел со своими сподвижниками. И тогда они услышали, как что-то очень тяжелое ударилось о землю. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил, «Знаете ли вы, что это?» Они ответили, «Аллах и его посланник знают лучше». Он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Это камень, брошенный в ущелье Ада 70 лет назад». 70 лет он падал, и сейчас он достиг дна ада. Подумайте, насколько огромен ад. Зной его невыносим. Дно его недосягаемо. Украшением в аду будут служить железные цепи и панцири. А его напитком будет гной и кипяток. Если они попросят пить, то их напоют кипятком, который будет жарить их лица. Все ваши чувства и потребности сохранятся. Не думайте, что вам не захочется есть в аду. В этой жизни вы в основном едите, когда вам этого хочется, но в аду вы будете испытывать ужасный, мучительный голод, подобно которому вы никогда раньше не испытывали. Вас будет преследовать такая сильная и изнуряющая жажда, какой вы никогда не испытывали в прежней жизни. Как только вы проголодаетесь, вам подадут закум. Что такое закум? Это дерево, которое Аллах Святой Велик создал в аду. Корни этого дерева уходят в самое дно ада, подпитываясь смесью из крови, пота, гноя, обгоревшей кожи и всего, что выходит из обитателей ада. И плодами этого дерева является закум. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, если бы хотя бы одна капля закума попала на землю, она бы уничтожила все живое, что в ней есть. И это будет вашей едой. Вот чем вы будете питаться и утолять жажду за то, что ослушались Аллаха Святу на Велик. И вы не сможете остановиться, даже если захотите. Вас заставят есть пока ваши животы не заполнятся. Затем вы почувствуете чрезвычайно сильную жажду. Будете умолять дать вам воды. И вам подадут горячую воду, кипяток, разогретый на адском огне. Она будет настолько горячей, что ваши лица сварятся. Ваша кожа начнет плавиться, а внутренности превратятся в жижу. И все от этой воды. Никакого успокоения, никакого отдыха. Ученые говорят, что обитатели ада начнут кричать. Один день, два дня. На них будет одежда из огня. На руках огненные цепи. Едой будет закум, а питьем кипяток. Вокруг него сплошная темнота. Он ничего не видит. Ему не с кем поговорить. Нет друга, которому он мог бы пожаловаться. Никто не разделяет его страдания. Он будет спать на постели из огня. Ни секунды передышки, ни секунды отдыха. Люди начнут кричать и звать стражников ада. Всевышний Аллах говорит в Коране приблизительный смысл. У него, то есть ада, 19 стражников. В аду 19 стражников, ангелов ада, созданных исключительно для ада. Единственное, что они знают, это пытки. Главным среди них является Малик, хранитель Ада. С тех пор, как Аллах создал его, он ни разу не улыбнулся. Они не знают мягкости и сострадания. Аллах описывает их как очень жестоких и грубых, которые никогда не ослушаются и выполняют то, что им велено. Люди начнут кричать и стонать, взывая к этим ангелам и моля их о сострадании. Я прошу вас хотя бы на некоторое время представить, что вы находитесь там. Представьте, что вы в аду. Только так вы сможете смягчить ваши сердца, только так мы поймем, насколько опасно пренебрегать религией. Представьте себя окруженным этими ужасами, пытками, и не верьте обещанию шайтана, что до ада слишком далеко, что вы никогда не попадете в него. Клянусь Аллахом, вы в большой опасности. Клянусь Аллахом, никто не защищен от попадания в ад. Представьте себя молящим о помощи, молящим, чтобы к вам проявили сострадание. И обитатели ада обратятся к его стражникам. Попросите вашего Господа, чтобы Он облегчил наши страдания хотя бы на день. Братья мои сестры, люди дойдут до такой степени, что будут молить стражников. Не чтобы их отпустили, а чтобы их пытки закончились, их страстным желанием и надеждой будет получить всего лишь день перерыва. Пожалуйста, всего лишь один день, позвольте перевести дыхание. Попросите вашего Господа, чтобы Он облегчил нам всего лишь на один день. И только Аллах знает, через какое время ангелы ответят им. Разве пророки не приходили к вам с ясными знамениями? Они скажут да. Пророки пришли к нам с чистыми знамениями. Ученые передавали нам знания от пророков, но мы пренебрегли ими. Мы были обмануты этой дуньей, ее роскошью и приходящими удовольствиями. Мы были обмануты шайтаном и нашим навсом. Они воскликнут, да, они приходили, но умоляем вас, дайте нам надежду. Стражники ответят, взывайте сколько хотите, молите сколько пожелаете. Ваши мольбы окажутся тщетными, они исчезнут. Нет вам милосердия, нет вам пощады. Можете представить себе место, где не знают, что такое милосердие, где надежда теряет всякий смысл. Представьте, что вы окажетесь там, и сравните это с ничтожным и мимолетным удовольствием, которое вы получили, ослушавшись Аллаха. Клянусь великим Аллахом, ни один разумный человек, тот, в чьей голове хотя бы есть немного разума, не отдаст предпочтение мимолетным и приходящим удовольствием этого мира, зная, что за это его кинут в ад, пусть даже на миг. Ангелы скажут, взывайте сколько хотите, ибо взывания беззаконников окажутся тщетными. Просите сколько хотите, молите, Хоть целую вечность у вас нет надежды. Ученые говорят, что люди будут окружены невыносимой болью. Что-то должно произойти. День и ночь его подвергают пыткам. Он ничего не видит. Со всех сторон зажат. В нем собрались все виды страданий, физические, психологические, любые, какие только бывают. Но все-таки люди будут надеяться. Они начнут взывать к самому Малику, главному стражнику ада. Аллах, Святой и Велик, описывает их разговор. Представьте себе, вы потеряли надежду на стражников. Затем вы обращаетесь к Малику, ангелу, который создан лишь для того, чтобы приносить боль. Они вас зовут. О, Малик! О, Малик! Обитатели ада станут отчаянно кричать. О, Малик! О, Малик! И чего же они хотят сейчас? Раньше их мечтой было получить один день отдыха. Теперь они просят что? чтобы их просто убили. Смерть стала их главной мечтой. Братья мои, можете ли вы себе представить, что вашей единственной и заветной мечтой является смерть? Прошу, убей меня. Я хочу лишь одного – смерти. О, Малик, пожалуйста, пускай Аллах умертвит нас. Превратит нас в прах. Любой, будь то неверный, безбожник или грешник, будет мечтать в судный день, чтобы его превратили в землю. Но в аду это станет неизбыточной вашей мечтой. Пусть Аллах превратит нас в землю. Нет! Это будет слишком большой роскошью для них. Ученые по тафсиру, описывая этот аят, говорят, Люди будут взывать к Малику на протяжении тысячи лет. Знаете, что это значит? Сколько будет умножено тысяча на тысяча? Что вы молчите? Неужели все плачут? Я просто не вижу. Один миллиард? Сколько? Один миллион. Один миллион лет. Один миллион лет. Представьте, что вы просите кого-то ответить вам миллион лет. Одни будут продолжать взывать «О, Малик! О, Малик! О, Малик!» И так миллион лет. Пусть твой Господь умертвит нас. Пусть твой Господь умертвит нас. И они говорят, что через миллион лет Малик обратится к ним и скажет «Вы будете пребывать здесь». Всего лишь несколько слов. Итак, братья и сестры, люди будут страдать от депрессии, от пыток, страданий, от неслыханных страданий, которые невозможно представить. И они начнут взывать к Аллаху. Больше нет надежды. Единственный, кто услышит, кто может ответить нам, это Аллах, Свят Он и Велик. И они начнут взывать к Аллаху. Все неверные, агностики, люди, отрицающие существование Бога и полагавшие, что они самые умные, в тот день они будут стонать и визжать, прося Аллаха сжалиться над ними. Грешники, которые в этой жизни кричали, «Не указывайте, что мне я должен делать. Я свободный человек. Я не хочу молиться. Да, я знаю, что это харам, но я все равно буду это делать. Это вообще не твое дело. Это мне решать, а не тебе». В тот день вы будете плакать, как новорожденный. От прежнего высокомерия не останется и следа. Он поймет, в каком положении он оказался. О Аллах! О Аллах! И только Аллах знает, через сколько лет он, свят он и велик, ответит им. Как говорится в суре верующие. Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной. Аллах Всевышний лишит их даже возможности просить Его. Оставайтесь здесь с позором и не разговаривайте со мной. Немного ранее прозвучал аят. Разве не читались вам мои аяты? И вы сочли их ложью? ألم Замолчите. Я не хочу слышать ваши голоса. Не хочу слышать, как вы что-то говорите. Сколько раз вам давали возможность исправиться, оставить грехи. Каждый раз вы говорили, что никогда не будете этого делать, и что будете следовать правильному пути. Но проходило пару дней, и вы снова возвращались к грехам и ослушанию. Почему же вы думаете, что сейчас Аллах Святой и Велик поверит вам? Нет. У вас больше не будет ни единого шанса. Не стоит даже надеяться на прощение, братья мои и сестры. Есть ли на земле более глупый человек, который ослушивается Аллаха Святого и Велик, зная, какое наказание его ждет в следующей жизни, зная, что он этим заслуживает гнев Всевышнего? Какое же это унижение? Не думайте, что сатана поможет вам в тот момент. Он не скажет вам, «В мирской жизни я всегда был с тобой и подталкивал тебя к грехам, и сейчас я тоже буду поддерживать тебя». Люди будут молить о помощи даже сатану. Они начнут обвинять друг друга. Даже в этой жизни, когда у нас проблемы, мы ищем виноватых. Начинаем показывать друг на друга пальцем. И в аду люди станут обвинять сатану за то, что они страдают. Они станут говорить, что это из-за него они мучаются. Сатана скажет им, вы что, серьезно? Вы сейчас подходите ко мне и что-то мне предъявляете? Помните, в Коране описывается известный диалог между теми, кто были слабы в мирской жизни, и теми, кто обладал силой и властью? Помните? Они начнут лить друг на друга обвинения. Слабые скажут сильным. Вы вели нас в той жизни, были нашими предводителями, примерами для подражания, так возьмите же немного нашего наказания на себя, но нет. Каждый в тот день будет отвечать лишь за себя. Когда дело будет решено, сатана скажет на обвинение людей. Аллах обещал вам, и его обещание было истиной. И я тоже обещал, но я ведь обманщик. И не было у меня над вами никакой власти. Я не мог заставить вас. Я лишь призывал вас следовать за мной, и вы ответили на мой призыв. Посему не обвиняйте меня ни в чем сегодня. Обвиняйте лишь самих себя я ничем не помогу вам сегодня. И вы тоже ничем не поможете мне. Каждый будет сам за себя. Зачем мы пренебрегаем религией? Зачем оставляем путь Аллаха и следуем за сатаной? За его ложными обещаниями? Зачем мы следуем за этой дуньей, которая со временем исчезнет, и теряем вечную жизнь? Почему же ради того, чтобы заполучить мимолетные наслаждения, вы рискуете заслужить наказание в адском огне? Клянусь Аллахом, братья и сестры, Клянусь вам Аллахом, если бы вы знали, чем рискуете, если бы Аллах, Свят Он и Велик, оказал нам милость, увидеть ад хотя бы на мгновение до того, как мы умрем, то вы бы никогда не осмелились ослушаться Аллаха даже на секунду. Это очень серьезный вопрос, и поэтому нам постоянно нужно иметь страх в своем сердце. Не позволяйте никому обмануть вас. Всегда напоминайте себе о том, что вы можете попасть в огонь ада. Всегда помните о наказании, которое может вас постигнуть. Каждый день вспоминайте про ад, вспоминайте про смерть. Только так вы сможете искренне следовать этой религии. Только так вы сможете проявлять терпение. Вы будете говорить себе, ничего, потерплю. Наступит вечная жизнь, и вот тогда я отдохну. Сейчас еще не время расслабляться. Оно придет после смерти. Аллах. Если у вас получится внушить себе это, и ваше сердце будет искренним и уповающим на Аллаха, то, уверяю вас, наше положение изменится. Мы станем совершенно другими людьми. Сегодня очень легко что-либо утверждать, делать высокие заявления, но сердца при этом спят. Пророк Аллаха на благословит его Аллах и приветствует сказал, и я закончу этими словами. Как-то один молодой человек из ансаров услышал несколько аятов об адском огне, подобно тому, как слышат их многие из нас. Он услышал эти аяты, и они тронули его сердце. И сегодня мы тоже надеемся, что наши сердца хоть немного смягчатся. Они проникли в его сердце, и как результат им овладел страх перед Аллахом. Им овладел страх перед наказанием Аллаха. Прошло время, и он настолько был напуган, что не мог посещать мечеть. Он был прикован к постели. Из-за чего? Из-за страха перед адским огнем. Сегодня кто-то может слечь потому что у него ушла жена с детьми. Сегодня мы можем слечь, потому что потеряли все наши деньги. Мы можем слечь, потому что люди не любят нас, потому что мы антиобщественны. Этот же молодой парень был прикован к постели из-за сильного страха перед адом. Это известие дошло до пророка, до благословитого Аллах и приветствует, и он решил посетить его. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в его комнату и увидел этого беднягу с красными опухшими глазами. Он бросился на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обнял его, а затем глубоко вздохнул. И в этот момент душа покинула его тело. Он умер. И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Подготовьте вашего брата к погребению. Поистине из-за страха перед огнем ада его печень разорвалась на две части. В наше время только страх перед чем-то мирским может сделать с нами что-то подобное. Помните, лет 10 назад рухнул азиатский рынок. Об этом говорили во всем мире. Crashed, люди падали замертво из-за сердечного приступа. Как же мы глупы порой. Один человек умер от приступа сердца во время футбольного матча, потому что его команда проиграла. Вот какие сердца у нашей уммы сегодня. И этот человек был мусульманином. Это произошло в Египте. Люди привязаны к мирской жизни. Ромео покончил жизнь самоубийством из-за Джульетты. И люди в восторге от его жертвенности. Некоторые впадают в депрессию, кончают жизнь самоубийством из-за фальшивой любви этой жизни. Но найдется среди нас хотя бы один человек, который скажет, «Клянусь вам, однажды я не спал всю ночь из-за страха перед Аллахом». Может ли кто-нибудь из вас сказать, «Я иногда в одиночестве плачу из-за страха перед Аллахом». Помните, шейх Сирадж Вахадж рассказывал нам о семерых, которые в судный день будут укрыты под тенью Аллаха. И среди них будет человек, в одиночестве вспомнивший о наказании Аллаха, и из-за этого его глаза налились слезами. Но когда мы плачем? Когда мы смотрим какой-нибудь трогательный фильм, приятная картинка, приятное музыкальное сопровождение, трогательный сюжет, и это даже несмотря на то, что вы знаете, что они актеры, и что все это не по-настоящему. Вы знаете, что это актеры и актриса, которые погибли в фильме на самом деле живы. Они просто играли. На днях вы видели их по новостям. Человек может посмотреть какой-нибудь фильм несколько раз и все равно будет плакать. Видите, как мы наивны. Вы смотрите один и тот же фильм, одних и тех же актеров, одну и ту же историю, и все равно вы плачете. Большие ребята с огромными мышцами, машаллах. И те тоже могут расплакаться при виде какой-нибудь трогательной сцены. О, шейх, она умирает. Как же жалко. Но когда вы слушаете Коран, когда вы слышите об огне ада, вы с трудом выдавливаете из себя слезу. Вы знаете, что это значит? Это значит лишь одно. Наши сердца испорчены. Если бы наши сердца были искренними и здоровыми, какими они должны быть, то вы были бы подобны Умару, да будет доволен им Аллах. Умар однажды ехал на своем осле по Медине. И вдруг он услышал, как кто-то на другой стороне дороги читает аят. Поистине, наказание Аллаха скоро настанет. Услышав этот аят, Наумарда будет доволен им Аллах, настолько испугался что не смог удержаться на своем верховом животном и упал на землю. Он заболел, и на протяжении 20 дней он не мог подняться с постели. Люди посещали его, как обычно посещают тяжело больного. Настолько сильно на него подействовал этот аят. Я бы хотел, чтобы вы записали этот аят и проигрывали его у себя дома каждый день. Если вы прольете хотя бы одну слезу то я дам вам денег в награду, иншаллах. Но вы скажете, послушай, но ведь в этом аяте Аллах говорит о неверных. Какое отношение это имеет ко мне? Я молюсь, держу пост, братья мои. Пожалуйста, не будьте наивными. Еще очень многое предстоит сделать. Мы должны работать над своими сердцами. И это прекрасное собрание обязательно должно помочь нам изменить наши сердца. Чем больше мы будем посещать подобные встречи, тем сильнее в наших сердцах будет страх перед Аллахом. Мы станем другими людьми. Мы осознаем то, что поистине нет ничего в этом мире ради чего можно было бы пожертвовать своей вечной жизнью. Я прошу Аллаха Святого Велик сделать нас из тех, кто выполняет то, что услышал.